Всім привіт, ми з України. Доброго дня. Меня зовут Андрей Щапов, я композитор и аранжировщик. И сегодня мы с вами делаем обзор прекрасных работ 37-го сезона международного конкурса Golden Time Talent. К сожалению, у нас нет технической возможности сделать видеообзор, поэтому я просто назову имена лучших из лучших, тех ребят, которые прислали нам работы и которые я отметил наивысшим баллом. И эти имена сейчас прозвучат в нашем эфире. Итак, Анастасия Бат в номинации «Поп-вокал». Девочка совсем крохотная, но поет замечательно и просто поразила своим исполнением. Четко попадает в нотки. Молодец! Я обещаю, что чуть попозже мы сделаем видеообзор, где у вас будет возможность увидеть и убедиться, своими глазами увидеть и убедиться в ее таланте, да? Олег Спину. Кстати, очень порадовали участники из Молдовы. Прислали очень талантливые, качественные, грамотные работы. Молодцы преподаватели. Вообще молдаване очень талантливый и поющий народ. Олег Спину. Молодец. Огромное спасибо за то, что прислал свои работы и отмечен высоким баллом. Каролина Линду. Линдо. Замечательная девочка в номинации поп-вокал с 18 до 24 лет. Просто поразила владением голоса, интонированием. Ну, молодец, будущая звездочка. При хорошем подходе к ее таланту, я думаю, что она очень много чего достигнет. Олег Спину в номинации кавер. Ну, прям 11 баллов ему поставил. Прям написал молодец. Парни очень порадовали тоже в этом сезоне. Молодцы. Я хотел бы отметить, что все работы очень талантливые. И все работы, которые были присланы нам, они просто замечательные. Видно, что уровень очень вырос. Вы хорошо подготовились. Многие сделали студийные клипы. Записали на высоком профессиональном уровне свой аудиоматериал. Чему нельзя не порадоваться на самом деле. Продолжайте в том же духе радовать нас и всех слушателей, и всех почитателей нашего конкурса, и не только, своими замечательными работами. Присылайте нам свое творчество в любом виде, в любом доступном виде. Ну, конечно же, более приятно видеть профессиональные работы, и более приятно, когда человек, видно, что человек, конкурсант, готовился и вкладывал много сил в то, чтобы впечатлить нас, судей. Итак, особое внимание хотел бы уделить скрипачке Кристине Чтчан. Вот она поразила своей игрой. Очень много шикарных скрипачей. И Джейла Саидова, и Сюзанна Асатриан. Ну, очень много интересных работ прислали скрипачи в этот раз. Все отмечены высоким баллом. Ребята, вы играете просто великолепно. Я сейчас не называю всех. Ярасиль Абибеков, Адибеков. Вот, этнические инструменты. Великолепно играет на, насколько я понимаю, это саз. Вот. Хотя я могу ошибаться. Но играет он великолепно. Ну что ж, друзья мои, дорогие мои, спасибо всем участникам. Несмотря на тяжелую обстановку в мире, музыка победит, искусство спасет мир, красота спасет мир, а красота заключена в искусстве, да? И любовь спасет мир, а искусство открывает двери к любви. Дорогие мои, поздравляю вас, победителей, с победой. Поздравляю номинантов с полученными премиями. И желаю новых творческих успехов и всего самого наилучшего.
мирного неба нам над головой. Все будет Украина. До новых зустречей. С вами был я, Андрей Щапов, музыкант и аранжировщик, и судья международного конкурса Golden Time Talent. До скорых встреч. Пока-пока.